Глава, притча о богаче и Лазаре. Исследователи находят, что Лазарь – это реальное лицо, известное, крайне бедный, всеми покинутый, ни родственников, никакого социального обеспечения, ни домов презрения тогда не было. Но уж вот какой богач, таких-то сегодня хватает. Самое главное у него было – много денег, одежда прекрасная – и пиршество. Дань его чреву приносили вода, земля и воздух, говорит Иоанн Златоуст. И все это поглощало его всеобъемлющая утроба. Он все туда загонял составами. Что означает крошка? Ну вот у этого человека, богатого, много денег, он покупает яхту или какой-то английский футбольный клуб. Это крошка для него. Ну дал бы он ее мне. Что бы я с ней сделал на эти 250 миллионов-то долларов-то? А ему ничего не стоило это сказать. Но он не дал заплесневой корки, ни одного ржавого медика. Весь мир служил его чреву. Да, позавидовать можно. Вот человек жил, есть что вспомнить. А вот теперь что вспомнить-то ему там напомнят. Вспомни, чадо, ты получил доброе то в жизни твоей. Тебя, может, память ослабела? Вспомни. Сейчас в могилу богатым людям стараются положить мобильный телефон. И он оттуда звонит. Не надо ли вам по дешевке смолы? Горючий. Могу прислать, говорит, два самосвала. Сами над собой смеются. Вспомни, чадо, ты получил, выхлебал все, ничего там уже не осталось тебе. А ведь о Лазаре сколько было сожалений у людей, надо же, вот дошел до такой степени. Никто не знает его историю. Было несчастье, покинутый, калехали. Но главное, что у него были рядом псы, собаки, которые намного лучше выглядят по сравнению с людьми. Они языком своим умягчали раны его, застарелые язвы. И вот, видимое прекращается, люди забывают обо всем, но жизнь только начинается там, в потустороннем мире. Эта притча полностью опровергает учение марксизма-ленинизма. Жизнь не только на этой земле, но блаженная жизнь быть на той стороне. Эта притча опровергает учение адвентистов седьмого дня, которые не верят в существование души и вечного мучения. Ну, не говоря о свидетелях, то есть лжесвидетелях Иеговы, от имени Иеговы, иеговистов. Другие сектанты еще как-то признают. Вот они находятся там, и они разговаривают. Это реально. Некоторые говорят, это притча, сектанты говорят. Ну что, что притча? Это притча, это взято из того, что есть. Притча, Христос же вышел, сеять или сеять. Что, нигде никто не сеет? Налетели птицы, что это только в притче? Но это реально все. Значит, заканчивается это, видимое, наступает вечная расплата. И к этому надо подготовиться. С богатых очень большой спрос. Вы взалчите. Горе вам! И говорит кто? Смеющимся ныне. Ибо горько возрыдаете, придет время. 25 стих говорит так. Вспомни, что ты получил доброе твое в жизни твоей, а Лазарь злое. По Священному Писанию давайте пройдемся, посмотрим, что люди получали доброе, и что добром на самом деле называется. Я думаю, что ему отвечает Авраам по его понятию. Что он доброго имел? Златоуст говорит, ну что человек желает такой? Он заметил какую-то красивую женщину. Я все положу, 3 года за ней буду ухаживать, обихаживать, буду ей песни петь, но лишь бы добиться своего. А потом сразу отступил и все, я своего добился. Ну добился. А чего добился? Совокупился. А дальше что? А почему ты сразу идешь мыться в ванну после этого? Ты говоришь, объясни мне. Кто тебя этому учил? То есть оба понимают, что они осквернены. А дальше сожаление и опустошение. Я себе вспоминаю, в милицейском журнале она работала с малолетками, малолетние преступницы, и задала вопрос, как анкету, какой самый печальный день вашей жизни был? Девчонки сидят. А я, говорит, заранее знал ответ, когда арестовали, или когда приговор вынесли, когда родственники отреклись. Но почти все девчонки ответили, это день, когда я потеряла девственность.
Она, я не ожидала, она психолог. Что в этом есть? А что особенного-то? Так и так ты все равно осталась целая, ничего тебе не изменилось. Изменилось. Изменилось не только что-то, а во внутренней психологии человека. Она поняла, она уже не та. И поняла, что никогда не будет той, кем она была. Что-то случилось. Какая-то стена повалена. Оттуда хлынуло все. И они там, сидящие, курящие, блудящие, вспоминают тот первый день, что это. Вспомни, доброе твое. А ты считал это добрым добиться, соблазнить человека недоброе. И при том весьма недоброе. Это мы говорим, что я имею все, мы едим. Найдены сейчас из слоновой кости палочки в виде пластинки, как едят мороженое. И спрашивают, для чего? Никогда не догадаешься. Это на богатых пиршествах богатые люди имели с собой. И вот принесли фазана, он поел чрево полное. Хочется еще. Специальное место, он заходил, язык прижимал, срыгивал все, садился, дальше продолжал есть, чтобы другое покушать. Специальное приспособление для того, чтобы опростать желудок. Чтобы иметь дальше какое-то удовольствие. Да какое же это удовольствие-то? Ну, если я даже мороженое яблоко съел, оно мне к месту пошло с сухим куском хлеба, так сколько у меня благодарности? Вообще нигде ничего не болит. Да главное, ничего это не стоит. Об этом ты не думаешь. Итак, чадо, вспомни доброе твое. Давайте по священному писанию посмотрим, что называется доброе. Притча Соломона, 31 глава, 12 стих. В раю было все, но чего-то не хватало первому человеку. И Господь увидел, какие нехорошие звери, как собачку погладить, кошка тебя полоскается. Не хватает чего-то. И Бог дал ему утешение, дал жену. И ходили вместе, прославляли Бога и ухаживали. Когда жена стоит на своем месте, почитает мужа, то написано, она воздает ему добром в жизни его. Это говорил Соломон. Когда жена споет рано, 31 глава, это гимн доброй хозяйки, доброй жене, притча Соломона. Дети ее все одеты, в тепле, у ней достаток, у ней все есть, и она воздает добром. Вспомни добро. Добро одно из самых лучших пожеланий человеку, чтобы нормальной была у него женитьба. Почему и говорят, женился на скорую руку, на долгую муку. После обращения к Богу, повторяем, нет более важного вопроса, как жизнь свою устроить. Конечно, самый лучший вариант, если ты обручишься Христу, говорит, будешь невеста Христова, независимо от того, кто ты, брат или сестра. Ну а если уж нет, то тут уж десятки раз советуйся со старшими, спрашивай, смотри, проверяй, смотри, чтобы было, что вспомнить доброе. Екклесиаст, 6 глава. Говорит, что если бы какой человек родил 1000 детей и прожил 1000 лет и многие годы, но не имел бы он добра, а мы знаем какого добра, то он напрасно жил. Он будет горько об этом жалеть. Он это ни во что ставит. Самое большое добро мы сейчас найдем. Вспомни твое, и что ты можешь вспомнить? Я вспоминаю вот тот день, когда я услышал весть о Христе. День, когда мать сказала, есть ад, вечное мучение. Вот как в ребенке это все сохраняется. Я вам сегодня напомнил о слышанном разговоре. Но там дальше еще разговор был. А я, раскрыв рот, слушал ребенком. На меня никакого внимания никто не обратил. Я всю жизнь размышлял. И та женщина говорит, тебе, Марья, моя мать, хорошо, у тебя ребятишки, а у меня девчонки. На девчонках ведь на них больше надо одевать-то, чем на ребятишек. И я вышел, и девчонки говорят, я стою маленький ребенок, я размышлял, а как на нее больше? Так же тело прикрыто, платье, значит штаны шить дешевле. Я радостно подпрыгнул, помню, и побежал, что ребятишки обходятся дешевле. Кому, я не понял, но я понял, что они меньше доставляют докуки кому-то. Я потом понял уже, что сколько у них всего и как. Даже вот здесь, смотрите, на вашей голове сколько намотано, а мы стоим, и ничего нет, лысая голова. Да и так-то, сколько одежи, сложи свое вместе, и мужчина сложит свое. Ну, большая же разница. В одном костюме ходит, говорит, 20 лет и нужны. Вот в ребенка это запало. А если бы они стали говорить больше о Боге, ну, не было этого разговора. Ребенок все это впитывает. Вот это доброе он вспомнит. Ты стала пораньше молить вслух. У кого есть дети, внуки, только вслух молитесь. Не просто музыкальный фон создать. Ну, даже можно маленько. И сразу начинаете молиться. Пойте.
На этом уровне все останется. И я вспоминаю молитву матери, когда по слогам что-то считает. Пятая глава, 29 стих. Евангелие от Иоанна. «Изыдут творившее добро – воскресение жизни, а делавшее зло – воскресение осуждения». Делавшее добро – вспомни твое добро, и будешь вспоминать там. Вот что настоящее добро. Они имеют награду – жизнь вечную. А ты творил злое, и будешь в другом месте. И он не просто там находился в покое, а мучился. И уже не вина просит на язык свой. И не кружку воды, а палец, а мочину, вот сама дома попробуй. Да еще перенеси через эту пропасть, зачем у него там на пальце будет? Но даже это уже тогда будет дорого. Все это надо сегодня оценить. 1 Тимофею, 6 глава, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры». Вот добрый подвиг веры, то есть исполнить. «Держись вечной жизни и исповедай доброе исповедание перед многими свидетелями». Старайтесь в воскресенье после занятий братьям помогать, знаете, идите и свидетельствуйте. На работе, где бываете, свидетельствуйте. Ну, так, чтобы подойти, найдите доброе исповедание дать. Люди не обратятся, может быть. А может быть, это семя даст когда-то в более позднее время. Пролежит оно там в теле человеческом, как в границе фараона. 3500 лет зерно достали, посадили, оно проросло. И так и здесь, может, по старость человек это услышит. 1 Тимофея 6:19. «Собирайте себе сокровища добрые, основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни». Вот что доброе, что там вспомнится, сделается основанием. А это вера в Иисуса Христа, это Евангелие, как в руки вот мне попало, я все время вспоминаю этот день и час. И никто мне, кажется, и не сказал, что оно именно от Бога. Душа моя сразу ухватилась. Это то, что я искал. Что меня ни одной минуты, ни один человек не убеждал в том, что вот Слово Божие, а остальное все не так. Оно мгновенно все это сделалось. Вот эта подготовительная работа шла. И на 23-м году произошла эта встреча. «Премудрости Соломона», 8 глава, 7 стих. Кто любит праведность, тот достигнут и плодов ее. Это суть добродетели. А они научают целомудрию и рассудительности, и мужеству, и полезное, которых нет ничего ценнее в мире. Вот это доброе припомнится. Учите детей целомудрию. Мало родители учат этому. Все время надо говорить, берегите девочек, не меньшей мере мальчишек берегите, рассказывайте, чтобы они берегли себя. Я вот посмотрел, прислали пленки, как в других лагерях. Да, нет, не так. Необходимо, чтобы даже в играх дети наблюдали целомудрие. У меня какая игра возникнет, мы все время наблюдаем, что в ней. Благоговейно ли относятся к девочкам, не ведут ли они себя сами недостойно. Все берется на учет. Гляжу, хвалят лагерь, а там ничего нет, все по-мирски. Куча мала. Премудрый Сирах, 41 глава, 16 стих говорит, «Дням доброй жизни есть число». Но добродетель пребывает вовек, доброе имя. Вот что вспомнится. Из чего оно состоит, доброе имя? Что мы говорим, что делаем? И это все в страхе Божьем. Я человеку говорю, что ты распространяешь алкоголь, большой начальник, и с тебя будет взыскано. Все, кто напьются, что сотворят, это с тебя Бог взыщет. Он говорит, я вспоминаю, бабушка что-то мне говорила такое, что если я подал, а пьяница выпьет, а на мои деньги, то будет. То есть мое семя пало уже на что-то. Человек достиг той высоты, но ему не хватало еще толчок дать. Поэтому что мы сеем, оно может пасть на то, что уже перед нами прошли. Господь об этом говорит, мы входим в чужой труд. Евангелист Матфея, 6 глава, 20 стих. Слова Христа, собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляет, и где воры не подкапывают. Беда с этими ворами.
Никто из нас не уверен, что вернемся домой, и все у нас целое. А хочешь на небо отправить? Протяни только руку, и уже находится там. Только протяни руку через окно, где нищий вопит. И ты уже, говорит, отправил на небо. И все время надо помнить, что сколько есть людей, которые больше нашего нуждаются. Которые голодные ложатся. Когда лежишь на мягкой постели, под него, говорит, вода подтекает. Как Геннадий, патриарх Константинопольский, говорит. Ты ложишься спать, а он надоедает воплями, кричит, за целый день крошки во рту не было. Вот какое было состояние. Так что сегодня-то жаловаться нельзя еще. Все есть, разные социальные помощи, добавки какие-то, еще только не... Нет. Первое послание к Коринфянам, 12 глава, 23 стих. Чтобы мы продавали и имение, это Лука говорит, и давали милостыню, и приготовили себе сокровище невешающее. Пророк Исаия, 22 глава, 13 стих. Говорит о том, как этот богач насыщал свое чрево. Вот, вы убиваете волов, режете овец, едят мясо и пьют вино. И говорят, будем есть и пить, ибо завтра умрем. Вот как будто это сегодня. Режут, убивают, покупают там курочек, колбаски, все. Ну а где это все? Припомни, где твои эти рестораны, где эти похождения, пикники ездил. Ведь это в памяти у тебя. Да и вы не думаете, что другому это приятно, когда разговаривают про это. Если кто-то начинает хвалиться, а у другого есть, он тут же перебивает и говорит, а у нас вот тоже это было, ему хочется этим блеснуть. Первое послание Коринфянам, 15 глава, 32 стих. По рассуждению человеческому говорю я, когда я сражался со зверями в Ефесе, какая мне польза, если мертвые не воскресают, тогда станем есть и пить, ибо завтра умрем. Из пророка Исаия Павел берет уже себе в арсенал для доказательства, что будет воскресением. Если воскресения нет, люди не верят, совершенно нормально они живут. Теория Ницше, уничтожение слабого, теория Гитлера, она совершенное основание имеет в самой жизни. Так и надо поступать. А зачем эти калеки? Зачем уроды? В печь и на удобрение? Если Бога-то нет-то. Ну, рассудите, зачем это нужно? Он родился ребенок, совершенно растительный образ жизни ведет-то. Ведь если ухаживать за больными, помогать немощным, поднимать их, а за это ослаблять богатых, ну, только одно, что есть Бог. А если Бога нет, смысла никакого в этом нет. Физиологический отбор, это везде в природе, слабое погибает, за счет этого более сильное выживает. В природе всегда так. Если мало мышей, значит мало будет песов. Мало песов, значит других, то все зависимо. У человека не так. Мало или много, делимся последним. Вот почему Гитлер, Сталин ненавидели христианство в одинаковой степени. Христианство шло вопреки здравого смысла. Они делали по здравому смыслу, а у нас нет. Мы верим, что личность неприкосновенная до тех пор, пока Бог его терпит. Мы даже за смертную казнь самым явным преступником голосовать не можем. Хотя внутренне, как гражданин, я двумя руками проголосую. Насильник, многократный убийца, да зачем он должен жить? Как христианин, я буду говорить, пусть живет. Быть может, он обратится к Богу. А все эти беды, что резал, убивал, это даже не сломянется. Вечность. Что это в вечности? Ну, жили, но бабушка моя много страдала, но ее нигде нет. Все это ушло. А если она не спаслась? Вот только один вопрос. Пророк Исаия 5.12 говорит об этом богаче, как они гуляли и что было. Цитры и гусли, и тимпаны, и вино на пиршествах их. А надежду они не возлагают на Бога. И одеяние рук своих помышляет, а не одеяние рук Божиих. За 700 лет вот этот пир у богача уже был описан. Исаия 22.11. И устрояете специальные места для хранения воды между двумя стенами. Это во время, когда город был в осаде. А не думайте о том, кто это все допустил. То есть мы можем многое делать и не разбирать, а почему это так случилось. Да, действительно так.
Вот у нас тут была еврейка, я ей стал говорить, ваш народ только обирает наш народ. А как вы могли до этого допустить? Ну, в самом деле, как вы могли допустить? Вот как вы могли допустить, что мы, евреи, вас обобрали, и вы на задворках, а они с миллиардами все. Мне здесь она сказала, в моей ограде. Я говорю, ну а давай теперь с позиции вечности посмотрим. Как ваш народ мог допустить так, чтобы бедного еще беднее сделать и ограбить? Что мы бедные, это и понятно, и бедные, они привилегию перед Богом имеют. Даже я простофили, меня обобрали и прочее. Я небольшую вину перед Богом за это ему имею. Но если вы богатые, все знания положили на то, чтобы обобрать еще бедного, как вы будете отвечать? Как вы могли допустить, что у вас понятия о Боге у евреев никакого нет? О Боге справедливости. Вы самая кровожадная на земле нация, как говорит Бог Иегова. Они кровью наполняют весь мир, не только Иерусалим от края до края, как было с Манассией. А ничего не отвечают. Это понятно так, что мы глупая нация, пропили свое достояние, разбазарили. Но ведь вы и ограбленного, и человека, уже валяющегося, вы еще продолжаете грабить. В первом послании к Коринфянам, 7 глава, 1 стих. Апостол Павел говорит так. А о чем вы писали мне, то хорошо человеку не касаться женщины. То есть первый раз писали, а я вам ответил. Вспомни, ты получил доброе твое. Не случайно великому Антонию было показано, как души после смерти с земли поднимаются. Каждый день 150 тысяч взлетает с земли. Каждый день. Из них 70-80 тысяч от голода и недоедания. И огромного роста стоит великан и руками бьет их и не дает подниматься. Это мытарство. 20 мытарств, и на одном погибает больше, чем на 19. Мытарство блуда. Вспомни твое доброе. А что ты вспомнишь, если у тебя ничего больше не было, кроме как жил в грязи, в гное разврата? Вспомни. Ну и вспомнил. Говорю, перечисли, а кто были, как звать, даже никого не знаю. И что ты вспомнишь? Одно сплошное. Грех. Сексуальные маньяки. По-другому не скажешь. А что вспомнить? А вспомни, если ты жил в целомудрии, сохранил себя. Лазарю было что вспомнить. Да, я был обижен, я не роптал, я Бога благодарил. Богач вспомнил, и он, да он ничего не вспомнил. И он помнит только одно, что там есть вода, а здесь нет. У него есть братья, никто им не скажет. И есть пропасть, которая не переходит. Вот это только. А это уже над ним насмешка. Ну, ты вспомни, тебе было хорошо. Припомни. Во втором послании к Коринфянам, 2 глава, 3 стих. Павел говорит, это самое писал я вам, чтобы потом не быть нам осужденными. Он напоминал о том, как надо правильно жить, как прославить Бога жизнью своей. И во втором послании, 4 стих. И писал я вам со многими слезами, чтобы мы оказались на правой стороне. Вот где слезы помогают. А там богач, что плачет, слезы уже никакого смысла не имеют. 2 глава, 9 стих. В этом же послании апостол Павел затрагивает самых глубин человеческого сердца, чтобы каждый на земле положил твердое основание, нашел Бога, примирился с Ним, и это привел себе на память. Если бы нам сказали сегодня, припомните самое доброе, что было в вашей жизни. Богач уже ничего не может изменить. А нам можно так припомнить и повторить это доброе. Что в нашей жизни было доброе? Завтра у нас не будет этого места, где собирались и молились. Не будет этого собрания. Что припомнится? У нас некоторые ушли и припомнили, что у нас в истории нашей общины написано. Община-то уже с детьми 99 человек, а активных может 15%. Да как радовалась одна, говорит, а я в числе активных 15% не была. Не сожаление, а радость, что на здесь я ничего не сделал, никакого следа не оставил. Если мы желаем, чтобы память наша напомнила положительное, нужно сегодня это крепко закрепить. Потому что если даже было хорошее, а потом забыл, оставил, вернулся, пользы никакой не будет. Богач пытался перейти. Что из этой притчи берем? Ему было сказано, желающие не переходят. Церковники объясняют, так это желающие. А вот если бы о нем кто-то пожелал, мы помолимся, тогда он перейдет.
Но дальше говорится, и оттуда сюда не переходят. Определенно. Каждый получит соответственно тому, что делал в теле. Эта притча намертво отрицает попытку изменить загробную участь. Мы молимся за умерших, в первую очередь для утешения себя, что наша связь непрерывна. Во-вторых, что они были верующие. В-третьих, что эта милостыня кому-то помогает здесь на земле. Из этой притчи мы научаемся, что не надо обольщаться. Знаете, за упокойные молитвы идут, записывают, жертвуют, пытаются в рай перевести. Ничего этого в этой притче мы не находим. Четко и ясно сказано. И еще, Иоанн Златоуст говорит так. Он хотел, чтобы послали нищего, он пришел бы там, сказал, чтобы братья не пришли. Это значит воскресить. Душа просто так не может ходить одна. Ей нужна оболочка какая-то видимая. Это великое чудо он требовал, воскресить. Но на это получил ответ. У них есть Моисей и пророки, пусть слушают их. Верили в Библию. Моисей и пророки. Большее чудо, чем воскрешать из мертвых. Итак, чудотворцы, любите Библию. И если люди будут говорить, раньше воскресали мертвые, скажи, а я знаю большее чудо, когда мертвые духом люди воскресают. Итак, будем себя считать посланными не только Авраамом, но самим Христом, чтобы напомнить богачам мира или богатящимся в этом мире, чтобы они не попали в то место мучения. Аминь.